день, какие у вас существуют претензии? В чем проблема? Чтобы здесь мусор не было. Все. Как мы жили, так чтобы мы и жили. Все. Вот эти претензии. Вон места много, пусть туда мусор ставят. Какие-то санитарные нормы должны быть? Конечно, да. Что это такое? Вот смотрите, от крыльца до... Сколько метров? 20, например, вот так, на 5-6, ну 7 метров от силы. Самое большое. Но это же нельзя. Это продуктовый магазин, это же не какой-то там сельпо там стоит. Если чтобы... мы раньше приходим в магазин, вот товары торговали. Чистота, порядок. А теперь будет? Что будет? Дети рядом посмотрите, заходят. Рядом идет пешеходный пешеход. Да? Здесь дети в школу ходят. Здесь будут собаки. Здесь будут будет. Это крысы, самое, не пройти крысы. Будет крысы, мыши, все будет. Вот потому что собака подбегает, с бака вытаскивает пакет, разрывает и тут же это самое. Все это будет, понимаете? И, да ну, ты бомжи, и что? Бомжи тоже ну, это разрывают. Ходят, бутылки пакет. Собирают. Поселятся здесь, что мы вообще будем, как мы жить будем. Хорошо, скажите, а территорию под мусорную площадку вообще с вами кто-то согласован? Нет, никто не согласован. Нет, мы не знали до вчерашнего утра. Я когда спрашивал, я звонил председателю нашего горсовета, наших депутатов. Я говорю, так и так. Она говорит, приходила такая-такая женщина, она мне ее обрисовала. Высокая там такая вот, с этого дома, типа того, 36А. Что типа, она сказала, что все согласны. Вот управдом, вот он, управдом. Она говорит, первый раз слышит об этом. Никто не давал такого согласия вообще. Да мы бы и не дали никогда. Но для чего оно нужно? Вот это вот жильцы дома все, ну как можно? Что смеяться-то? Как вы можете тогда объяснить появление? Не знаем. Мы вот приехали, насыпали, вчера приехали 4 это... мужчины. Вот они разровняли, сказали, привезут баки сегодня к вечеру. Может быть. А вот мы от этого не знали, что вот так мы обвинили. Подождите, баки, она останется мусорные. Да, в таком виде. Да. Поэтому мы решили, что не нужно. В таком виде она не может остаться. Но они, видимо, благородные. Ну, факт, что мусор здесь будет. Мусор. Ведите в школу. То есть вы ни при каких обстоятельствах? Ни при каких. Нет, 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 при контейнере будут закрываться. Нет. Этого не будет. Мы сегодня специально проехали мимо 7-го школы. Вы посмотрите по городу. Вы хоть видели одну мусорку, которая закрывается контейнером? Это скажите. Мы же не в частном секторе живем. Нет. Не грязными замусорными, да? А закрытыми. Да это... Под крышей. Нет, да вы поймите. Мы с вами согласны. Вот человек, вот посмотрите, человек будет стоять, да? Что там говорить? И смотреть за мусорными баками, да? Чтобы они закрыты были. Да человек подойдет вот с мусором, да? Он возьмет его откроет, закрывать он его уже не будет. Конечно, я вам 100% говорю. Ну вы сами знаете, все надо понимаете. Частного сектора, на машину. Это надо человека ставить, чтобы он целый день стоял. Там целыми машинами везут. Вот представьте, что здесь будет. Нет. Ничего не было. Тут вот парковка, вот так машина у меня стоит, вот так ставили машину. Да? И оттуда вот выезжала, тут вот асфальт, видите, вот он асфальт, вот она дорога. Вот она асфальтированная дорога, здесь ездили машины. Я здесь сделал парковку, засыпал ее этим щебенкой. Все, сделал парковку. Да. Это раньше. Вот и все. А до парковки здесь где-то стояла мусорка большая? Не было тут. Никогда. Никогда не было. Нет. Дома никогда здесь не было мусорки. Люди же живут. А раньше мусор приезжал? Приезжала мусорка просто. Просто приезжала. Высыпали туда. Только потом вот туда отстали. Люди по 30 лет живут. Ну вот она стоит там, и пусть она там стоит. Ну можно же сделать. Ну вон куда перенести, вон в конец. Вы на меня не все. Вот представьте, вот сейчас мы сколько стоим, сколько уже детей прошло, представляете? А здесь они звонить мне будут, это вообще... Да тут собаки только одни. Суть в том, что как бы вы не должны из своих домов носить мусор в другой район. А у вас должны быть своя контейнерная площадка. Конечно. Аккуратная, небольшая, не полигон. Просто на правильном она, месте. Нет, ну пусть она на правильном месте вот там стоит, где ее раньше ставили. Как мне? Как ее? Ну, вот раньше стояла там, она ближе к деревьям. Только, там она никому не мешала, да. Ни ученикам, ни людям. Вы, Татьяна, вот. Вы же сами говорили, что собрание было и что говорили, что там. Где эта женщина? Ее нет, вот. Близко. Да? Вот.
Ну почему ее там не оставили? Вот пусть объяснят. Я тоже удивлена. А сюда продукты внесена в реестр. Вот здесь в реестре внесена площадка мусора. И мне очень поговорил, что здесь раньше был... Да не было тут никогда. Нет, она покажет, не было, не было. Жизни. Не было. Вот здесь у нас открытие. Там это прижило в магазине. У нас забирали каждый два или три раза в неделю. Машина подходила, мы туда ходили. Да, все, больше ничего не было. А ближайшие только там. 6 часов ждем. Холод, нет. Куда зимой ждем и мусор. Машина. Да, должны быть площадки. А ну, конечно, вот здесь вот площадка. Но я с вами согласна, что продукты. Не надо. Продукты. Вот продукты. Вот за продукты. Вот продукты. А что делать? Пешеходный переход. Магазины у нас чистые, вообще красивые. У нас вообще красиво тут. Мы пенсионеры. Нам туда в центр. Что кричать, когда мы сюда пришли, у нас здесь и недорого, ничего, все чистенько пришли, купили, а теперь что мы тут будем нюхать вот это все? Нет, это магазин не этот, зачем? Вот, не надо, знаете, в конце вон сюда можно ее унести подальше, да, и все. Нужна. Мы уже привыкли, что и не нужно. Начал чинов говорить, когда вот сюда ММФ был. А там какая-то с администрацией говорит. Говорит, закрывайтесь. То есть вы должны закрыть? Да, мы должны закрыться, а это будет работать. А мусорка будет стоять? Ну это вообще уже. Это кто так вам сказал? Ну я не знаю, какой-то чиновница какая-то с администрацией. Но ее, конечно, Сухарев обетовал, сказал, ты так больше не говори, чтобы я не слышал такого разговора. Вот, так, это можно так говорить? Это человек, который работает в администрации. Ну, что да. Это за... Так нет, а мы тут еще и жители вот живем. Закрывайтесь, главное. Мы тоже плотим. Окна не открывайте. Ага, все лето. Так, так вот она сказала. Мы такая же проблема в третьем доме. Мы не можем окна открыть. У нас стоит эта корыта. Да,